Баестан Джиралбегулу в этом году впервые принял участие в чемпионате Азии по волейболу. Волейболист попал в сборную Кыргызстана из волейбольного клуба «Отор-Ош». По его словам, представлять страну на большой спортивной арене для него больше, чем просто игра. Играть в небольшом волейбольном клубе и играть за сборную страны – это огромная разница. Для меня это большая гордость выступать за Кыргызстан. Я потратил очень много сил и возможностей, чтобы принести очко нашей стране. Наша сборная команда в первую очередь дружная, и я очень рад, что попал в этот состав. Несмотря на то, что чемпионат прошел в Узбекистане, поддержать сборную Кыргызстана отправились более 500 болельщиков, которые оказали большую моральную поддержку игрокам. Поддержка болельщиков играет огромную роль и даже влияет на результат игры. Мы очень благодарны кыргызстанцам, которые отправились в Узбекистан и поддержали нас. Когда мы играли со сборной Узбекистана, мне казалось, кыргызстанских болельщиков было даже больше. Но, конечно, обидно, что мы в финальной встрече не смогли оправдать их надежды. До золотой медали сборной Кыргызстана оставалась буквально одна ступенька. В первом сете наши игроки уверенно одержали победу. Во втором лидировали с большим отрывом. Однако казахстанские игроки все же сумели обыграть Кыргызстан со счетом 3-1. Победа была буквально у нас в руках. Мы упустили свой шанс. Возможно, нам не хватило достаточной тренировки. До чемпионата стоял вопрос об отмене проведения из-за пандемии. И только за полтора месяца нам сообщили, что все же соревнования состоятся. Поэтому у нас было не так много времени для подготовки. Но все же серебро – это не так плохо. Спасибо нашим болельщикам за поддержку. Благодаря им мы вернулись с медалями. Возможно, если бы была полноценная поддержка и стимул для игроков, а именно волейболистов, результат был бы налицо. Однако не секрет, что дополнительные стипендии или вознаграждения игроки сборной не получают. Для сравнения, каждый игрок сборной Казахстана за участие в чемпионате получил по 200 тысяч. Конечно, поддержка и стимул влияют на результат. Я не говорю, что от государства совсем нет поддержки. Есть, но этого недостаточно. Игроки регулярно должны проводить сборы за границей. На это финансы не выделяются. Есть такие предприниматели, которые всегда нас поддерживают в финансовом вопросе, чему мы очень благодарны. Определенная сумма для волейбола не выделяется. Всегда перед международными чемпионатами мы проводим собрания, где обсуждаем расходы и так далее. На этот чемпионат Азии при финансировании из госбюджета игроки провели 10-дневный сбор на Иссык-Куле, а также были профинансированы их поездки в Узбекистан. Турнир прошел в Узбекистане с 17 по 22 августа. Как среди мужчин, так и среди женщин. Сборная Кыргызстана среди женщин завоевала бронзовую медаль. Всего в чемпионате приняли участие сборные Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Гульжан Руматқызы, Идрис Алиев, ЛТР Ош.